Леонов дал себе обещание лучше умереть в бою, чем от стыда не иметь сил посмотреть в глаза товарищам. С этим принципом он прошел всю войну, порой от смерти на расстоянии длины ножа. И только так становится героем. Военно-политический конфликт между Россией и Японией возник задолго до начала Второй мировой войны. В 1904 году японский флот напал на русскую эскадру в Порт-Артуре. Кровопролитная война продолжалась более года. После разгрома русского флота в Цусимском проливе правительство Николая II подписало с Японией Портсмутский мирный договор, лишивший нашу страну влияния в дальневосточном регионе. Мы понесли поражение и потеряли на тот период и аренду Порт-Артура, Даляне, Южно-Маньчжурскую железную дорогу, потеряли свое влияние в Корее и, конечно, что самое, наверное, обидное, это Южный Сахалин. Еще до Второй мировой войны милитаристская Япония, подобно своему союзнику Германии, строила планы по расширению империи. В начале 30-х годов японская армия захватила крупную область северо-восточного Китая, Маньчжурию, и создала там марионеточные государства Маньчжоу-го и Мэньцзянь. На их территории дислоцировалось самое мощное стратегическое объединение вооруженных сил Японии – Квантунская армия. Аппетиты империи росли. В Токио уже промеряли дороги до монгольского Улан-Батора и советского Урала. Летом 1938 года японские войска даже предприняли первую попытку вторжения у озера Хасан. Спустя год начали военные действия на реке Халхин-Гол. Потерпев тогда поражение от войск Красной армии, правительство Японии заключило с Советским Союзом пакт о нейтралитете. Сразу после нападения Германии на СССР один из подписантов пакта о нейтралитете Йосуке Мацуока предложил воспользоваться случаем и нанести удар на советском Дальнем Востоке. «Мы должны двинуться на север и дойти до Иркутска». Генеральный штаб Японии разработал план операции против СССР «Кантакуэн». Он предусматривал оккупацию Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, а при благоприятном стечении обстоятельств даже Омска. Наступление было решено начинать сразу после захвата Москвы немецкими войсками. Но блицкриг Гитлера потерпел крах, и японское правительство приняло решение сконцентрировать все ресурсы на другом направлении – Тихоокеанском. И тогда Германия для того, чтобы спасти престиж, объявляет войну и Соединенным Штатам Америки. Понимаете? Чтобы столкнуть уже Японию против Соединенных Штатов Америки. Декабря 1941 года японские бомбардировщики и подводные лодки внезапно атаковали американскую военно-морскую базу в гавани Пёрл-Харбор. Флот США понес колоссальные потери и, по сути, утратил боеспособность. Развивая успех, армия Японии захватила британские колонии Гонконг, Малайю и Сингапур, а также принадлежавшие США Филиппины. Западные союзники терпели одно поражение за другим. Исправить положение они надеялись с помощью СССР. В декабре 1941 года президент США Франклин Рузвельт обратился к Сталину с предложением дезавуировать пакт о нейтралитете и объявить войну Японии. Верховный главнокомандующий ответил отказом. В то время Советский Союз в одиночку сдерживал агрессию Германии. Красная армия вела кровопролитные бои на подступах к Москве. Этот вопрос снова обсуждался во время Тегеранской конференции в феврале 1943 года. «К сожалению, мы пока не можем присоединить своих усилий к усилиям англоамериканских друзей, потому что заняты на Западе, и у нас не хватает сил для каких-либо операций против Японии. Это может иметь место, когда мы заставим Германию капитулировать. Тогда общим фронтом ударим по Японии». В то время как Советский Союз противостоял нашествию Германского Рейха,
Многочисленные, специально обученные японские дивизии готовились к захвату Сибири и Дальнего Востока. Ждали удобного момента. Не дождались. Победа над фашизмом открыла дорогу к миру. СССР присоединился к Соединенным Штатам Америки, Англии и Китаю с требованием положить конец войне на Тихом океане. Правительство императора ответило отказом. Свои надежды Япония связывала с новым, смертоносным оружием. Его испытания подходили к концу в лабораториях секретного подразделения Квантунской армии, самой мощной группировки японских войск, развернутой вблизи границ с Советским Союзом. Счастье отвернулось от нас. Над империей спускается ночь. Наши силы на исходе. Упустив победу, мы не допустим поражения. Наш план грандиозен и прост. Прежде всего, прямое нападение на Америку. Воздушные шары понесут через океан бомбы с чумой. Через год Америки не будет. За ней Россия. Сколько русских отправили на тот свет, холера и тиф? Сотню тысяч за 100 лет? Пусть погибнут миллионы за пятилетку. Разгром Японии мог дополнительно стоить жизни миллиону американских солдат. А капитуляции пришлось бы ждать до 1947 года, а то и дольше. Соединенные Штаты Америки для решения проблемы Квантунской армии обратились за помощью к Советскому Союзу. СССР для войны с Японией перебросил на Дальний Восток 3 общевойсковые и 1 танковую армию. В них насчитывалось 39 дивизий и бригад под общим командованием маршала Василевского. Уже в первые годы войны с фашистской Германией Виктор Леонов и его отряд морских разведчиков, воевавшие на Северном флоте, прославились своими подвигами. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Композитор Евгений Жарковский в 1943 году именно Виктору Леонову посвятил песню «Прощайте, скалистые горы». Отряд совершил 52 боевых выхода в тыл противника, и всякий раз леоновцы возвращались с победой. Виктору Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза, а Гитлер назвал его личным врагом и назначил награду за его голову. Сослуживцы прозвали его «Батя», когда ему было 26 лет, а через 2 года он получил прозвище «Борода». Гитлеровцы называли Леонова «Полярным лисом», а его отряд – «Черными дьяволами». Его боевые операции и методику подготовки бойцов до сих пор изучают разведчики-диверсанты различных стран. По окончании войны на Западе он попросился на Восток. В августе 1945-го его и всех подчиненных перевели в 140-й отдельный разведывательный отряд штаба Тихоокеанского флота. Ему разрешили взять с собой 50 своих разведчиков. Еще 100 он набрал на Дальнем Востоке и 2 месяца готовил их к боевым действиям. Его 140-й отряд особого назначения Тихоокеанского флота первым высаживался на оккупированный японцами Корейский полуостров. 13-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Василий Трушин в своих подчиненных был уверен. Интенсивные занятия шли постоянно, а в последнее время к ним подключились и десантники Северного флота, которые после победы в Заполярье были откомандированы на Дальний Восток. Опыт участников сражений, прибывших на Владивостокскую базу, пришелся как нельзя более кстати. Многочисленные истории героя Советского Союза Виктора Леонова о смелых высадках небольших групп десанта в глубокий тыл противника слушали с восхищением. И это было эффективнее, чем любые политзанятия.
В начале августа 1945 года морским пехотинцам выдали небольшие русско-корейские разговорники и познакомили с историей этой порабощенной страны. Еще в конце 19 века Япония полностью подчинила Корею своему влиянию, а в августе 1910 года аннексировала ее. Опорой колониального режима стали японские армия и жандармерия. Все руководящие должности занимали присланные из Японии чиновники, и даже города были переименованы на японский лад. Обирали слабых, непокорных уничтожали. Главной целью японского правительства было свести к минимуму политические потери и постараться удержать хотя бы часть завоеванных ранее территорий. «Мы знали, что наших сил недостаточно для того, чтобы противостоять Советскому Союзу в Маньчжурии, но у нас были силы, чтобы оборонять Корейский полуостров, по крайней мере, в течение 2 лет. За это время мы планировали одержать победу над Англией и Америкой и, задействовав Корейский плацдарм, предпринять наступление против Красной Армии и вернуть себе всю Маньчжурию». В случае успеха советского наступления в Маньчжурии командование Квантунской армии планировало постепенно отвести войска на Корейский полуостров, измотав противника тяжелыми оборонительными боями. Однако общий план советской наступательной операции, разработанный весной 1945 года, исключал такую возможность. Расчет отличался заметным изяществом. Насколько, конечно, это слово применимо к боевым действиям. Если бы наши войска начали сдавливать Квантунскую армию с нескольких сторон, последняя, отходя назад, затянула бы оборону, постепенно уползая в Корею. В Токио как раз мечтали об этом. Стремительный же разгром Квантунской армии приводил к срыву всех подобных расчетов. Мерецков был назначен командующим Первым Дальневосточным фронтом в июле 1945 года. Перед его войсками была поставлена задача освободить корейское побережье Японского моря и нарушить коммуникации Квантунской армии. Войскам 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта противостояла 3-я армия Японии. Именно она осаждала русскую крепость Порт-Артур в 1905 году. Стремительный выход 25-й армии на перешеек, связывавший Корейский полуостров с материком, ставил задачу отрезать основные силы 17-го фронта от остальных соединений Квантунской армии. Командующий фронтом был убежден, что в данной оперативной обстановке корейские и японские резервисты откажутся от борьбы и капитулируют. Для содействия наступлению сухопутных войск Тихоокеанский флот получил приказ высадить десанты в порты на корейском побережье. С военной точки зрения наиболее важным портом был Сейсин, второй по величине город в северной части Кореи и крупный железнодорожный узел. Как установила советская разведка, город был хорошо укреплен. С суши его опоясывала линия обороны, включавшая 180 дотов и дзотов, минные поля, траншеи полного профиля и подземные ходы сообщения. А подступы с моря прикрывали береговые батареи, установленные на выгодных позициях. Другим неблагоприятным для наступления фактором стала удаленность Сейсина от ближайшего крупного советского порта Владивосток. Морской путь занимал не менее 15 часов, и оперативно перебрасывать резервы советские войска не могли. Поэтому командующий Тихоокеанским флотом адмирал Иван Юмашев принял решение сначала овладеть ближайшими к советской территории портами Юки и Росин, а затем использовать их в качестве плацдарма для высадки на Сейсин. 13-я бригада тут же приступила к подготовке десанта. Морским пехотинцам не терпелось проявить себя в бою. 8 августа последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме изучала комиссия японского правительства. А 9 августа, в тот же день, когда советские войска начали свое наступление, американцы сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. Однако ядерные удары не вынудили Японию к капитуляции. Кроме жителей Хиросимы и Нагасаки, никто из населения не знал о разрушительных последствиях бомбардировок. 9 августа советские войска перешли в наступление в Маньчжурии.
Операция началась внезапно, и практически повсеместно ей сопутствовал успех. Бывший начальник штаба 3-й японской армии признавал: наступление советских войск было настолько неожиданным, что штаб армии до полудня 9 августа не знал и не мог добиться никаких сведений о том, что творится на границе. Японское командование ожидало наступления Красной армии не раньше осени 1945 года. Генерал Ямада был настолько уверен, что никакой опасности нет, что 9 августа отсутствовал в своей ставке, уехав в Дайрен. В приграничных боях соединения 3-й армии Японии понесли существенные потери. Координация войск на некоторых участках фронта была нарушена. Но вскоре темпы наступления замедлились. Причиной тому стали неблагоприятные погодные условия. Морские пехотинцы получили приказ готовиться к наступлению. Личному составу не терпелось проявить себя в бою. Уже сухопутные войска прорвали вражескую оборону и ведут наступление в Маньчжурии. Ушли в боевые походы многие корабли, а мы все еще ждем. Нетерпение нарастает. В отряде царит тот активный боевой дух, который политработники называют наступательным порывом. Когда выступим? Скоро ли наш черед? 11 августа в 3 часа пополудни два торпедных катера вышли из бухты на острове Русском и взяли направление на порт Юки, ближайший к советской границе. На борту находился разведывательный отряд десанта, состоявший всего из 50 бойцов под командованием старшего лейтенанта Леонова. Четырехчасовой переход на Юки был сопряжен с непредвиденными трудностями. Начался сильный шторм. Но моряки доставили отряд к месту высадки без потерь. Не встретив никакого сопротивления, морские пехотинцы быстро заняли порт. В доках застали лишь несколько местных рабочих. Пригодились выданные накануне русско-корейские разговорники. Как сообщили жители Юки, японский гарнизон спешно эвакуировался, едва на горизонте показались катера с десантом. Такая удача советское командование даже несколько насторожило. Можно было предположить, что, отдавая Юки без боя, японцы решили сосредоточить все свои силы для обороны соседних, более крупных портов. Достигнутый успех надо было наращивать, не давая противнику выиграть время для организации обороны. 12 августа разведотряд морской пехоты взял курс на соседний порт Росин. В 10 часов утра на базе приняли первое радиодонесение. Высадились без потерь, заняли порт, противник не обнаружен. Несмотря на благоприятную обстановку, десантники не теряли бдительности. Следовало опасаться провокаций со стороны японцев. Вдруг царившая на улицах города тишина была нарушена. Это местные жители вышли встречать освободителей. Они же сообщили о том, что появление в Росине советских десантников стало для японцев полной неожиданностью. Не имея четких инструкций от своего командования, войска гарнизона начали беспорядочный отход из города. И лишь небольшие отряды оказали сопротивление. В Росин началась переброска основных сил десанта. На подступах к порту 4 корабля и 2 катера подорвались на минах. Как выяснилось, их установили не враги, а союзники. Американский военно-морской флот так и не был задействован в Японском море. Зато американские самолеты за 2 недели до вступления Советского Союза в войну заминировали подходы к портам Росин и Сейсин донными магнитными и акустическими минами с комбинированными взрывателями. На подходах к Росину ими было выставлено 375 мин. Об этой дружеской услуге наши союзники и не подумали предупредить советское командование. Подорвавшиеся на минах суда были отбуксированы в порт Росин. К тому времени морские пехотинцы ликвидировали последние очаги сопротивления противника в этом городе. Овладение одним из крупнейших торговых портов на Японском море обошлось тихоокеанцам малой кровью – 7 человек убитыми. Однако генерал Трушин не спешил с оптимистическими выводами. Ведь впереди еще был порт Сейсин – главный опорный пункт японских войск на севере Кореи и важный узел коммуникаций. О том, что моральный дух императорских войск по-прежнему высок, свидетельствовала и судьба небольших гарнизонов островов Хам и Авакум, расположенных у входа в Росинскую бухту.
Эвакуировать их не успели, и японцы сражались до последнего. Итог боя, который длился целый день, 170 убитых и всего 30 пленных. Точными сведениями о численности войск противника в Сайсине советское командование не располагало. Командование силами десанта было поручено генералу Трушину. На подготовку ему выделили всего сутки. Задачу усложняло еще и то, что перебазировать соединения флота в Юки и Росин не хватало времени, и базой для формирования оставался далекий Владивосток. Для успеха десанта было необходимо слаженное взаимодействие всех сил флота. Советские подводные лодки вышли на боевое дежурство в Японское море. Командирам поставили задачу атаковать корабли противника на подходе к Сайсину, чтобы не допустить переброски резервов. Летчики-тихоокеанцы получили приказ подавить японские береговые батареи. К тому же постоянные налеты на порт, а также внезапные атаки торпедных катеров деморализовали противника. Там было больше десятка японских транспортов уничтожено, особенно в России большие потери японцы понесли. Вот. И, в общем, вот эти вот разбомбленные порты в связи там, с наступлением наших сухопутных войск японцы начали покидать. Порты Юки и Раси на Корейском полуострове отряд Леонова в 140 человек занял сходу. Ожесточенные бои разгорелись в следующей точке высадки – крупный порт Сайсин. Здесь японцы выстроили мощные укрепления – гарнизон 4000 человек. Кроме того, сюда стекались отступающие части Квантунской армии. Но советский десант с моря застал их врасплох. Командованием флота было решено после артобстрела с моря высадить небольшой десант, который затем наращивать. Однако не все замыслы удалось реализовать. На разведвысадку был определен разведотряд старшего лейтенанта Леонова и рота одного из батальонов морской пехоты 13-й бригады старшего лейтенанта Яроцкого. Позже к ней присоединили роту пулеметчиков. Днем 13 августа в Сайсинскую бухту на полном ходу вошли 6 катеров с десантом. Передовой отряд из 180 морских пехотинцев высадился без потерь. Поначалу события разворачивались по такому же сценарию, как в Юки и Росине. Бойцам из отряда старшего лейтенанта Леонова и разведроты 13-й бригады удалось практически без боя занять торговый порт. Разделившись на несколько групп, они постепенно продвигались к центру города, уничтожая разрозненные и дезорганизованные группы японских войск. Разведчики днем 13 августа 1945 года захватили порт Сайсин и даже прилегающие городские кварталы, подорвали железнодорожное полотно, взяли под контроль мост на шоссейной дороге. Но основные силы десанта тихоокеанцев задерживались, а враг быстро опомнился. Но вскоре противник дал о себе знать. Японцы, оценив малочисленность высадившихся, ну, всего это было около 200 человек, начали концентрировать силы, и передовые подразделения, которые сразу им удалось окружить, они уничтожили. Японцы накатывали волна за волной. Морские пехотинцы были вынуждены перейти к обороне. Положение складывалось критическое. Вечером того же дня в порт была доставлена пулеметная рота. Утром сторожевой корабль и два тральщика высадили батальон морской пехоты. Но изменить ход событий эти силы не могли. Противник развернул контрнаступление на широком участке и вводил в бой все новые и новые соединения. В итоге 180 разведчиков под командованием Виктора Леонова двое суток сражались без всякого подкрепления против 6-тысячного японского гарнизона. Бой был очень тяжелым и длился около двух суток. После высадки мы прорвались к центру города. Появилась возможность воспретить противнику путь отхода от сей. Японцы пытались прорваться к кораблям, на которых можно было эвакуироваться, по двум мостам – через реку и через портовый квартал. Леонову пришлось разделить отряд, чтобы перекрыть мосты пулеметами и вести городские бои. Морские пехотинцы не могли поверить своим глазам. К ним направлялась колонна безоружных людей с огромным красным полотнищем. Командир отдал приказ – без команды не стрелять. Как вскоре выяснилось, это местные жители вышли встречать освободителей.
На второй день операции один из отрядов десантников оказался в окружении. Потери составили 2/3 от личного состава. На все предложения сложить оружие морские пехотинцы отвечали огнем. В короткую паузу между атаками бойцы написали предсмертную записку. «Дорогие товарищи, мы, моряки, выполнили свою задачу. Умираем, но знаем, что за нас отомстят. Прощайте, товарищи, помните о нас». Помощь пришла неожиданно. Командиры стоявших на рейде Сейсина советских кораблей пошли на отчаянный шаг и сформировали добровольческий отряд численностью всего в 25 человек. Внезапный удар в тыл противника на время ослабил японские атаки и позволил десанту пробиться в порт. Дальше отступать было некуда. Лишь 15 августа, примерно в 4 часа утра, подошел основной десант. 5000 бойцов. Их поддерживали танки и корабельная артиллерия. Сирия. Провинция Алеппо. Группа российского спецназа из 16 человек занимает позицию на переднем крае сирийских войск. Их задача – выявить места скопления террористов из запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». Но именно в то же время боевики начинают наступление и вынуждают сирийские подразделения отступить. Разведчики остаются одни против 300 головорезов. У тех современное оружие, в том числе американское и израильское, серьезная огневая и тактическая подготовка, лучшие зарубежные медицинские комплекты, тепловизоры. Вначале спецназ уничтожит тяжелое вооружение, бронированный «Шахид», «Мобиль» и «Танк». Есть первый успех, но боевиков это не останавливает. Эвакуация невозможна, а сирийская армия не спешит возвращаться в окопы. Ночью наши бойцы установят дистанционно подрываемые заряды на линии атаки. Понимают, как только рассветет, террористы вновь пойдут на штурм. Жизнь и боевая задача российских спецназовцев, оказавшихся в окружении так же, как и 75 лет назад морских разведчиков Виктора Леонова, висит на волоске. Расчет на то, что японский гарнизон оставит порт и сам город, не оправдался. Днем 14 августа из Владивостока вышли 23 судна с основными силами десанта. Морской отряд тут же столкнулся с непредвиденными трудностями. Густой туман нарушил боевой порядок кораблей. Некоторые из них отстали. Но бывалые моряки-тихоокеанцы не паниковали. Им уже не впервой было вести суда практически вслепую. Утром 15 августа император Японии Хирохито принял решение капитулировать. Казалось, что мир уже близок. Но войска Квантунской группировки никаких указаний о капитуляции не получили. В штабе советских войск на Дальнем Востоке сообщение о капитуляции Японии было получено. Однако останавливать высадку десанта все же не стали. А Квантунской армии приказа не было. Им только было распоряжение сжечь секретные документы и портреты Хирохито. И наш главком, маршал Василевский, объявил приказ. Поскольку Квантунская армия продолжает сопротивление, усилить активность боевых действий. Как вскоре выяснилось, капитуляция Японии была не более чем стратегической уловкой, позволявшей Квантунской армии выиграть время. Морским пехотинцам пришлось воочию убедиться в этом, когда на горизонте показался охваченный пламенем Сейсин, где продолжались тяжелые бои. Высадка основных сил десанта прошла слаженно. За считанные часы, отведенные на подготовку операции, были четко спланированы действия всех подразделений, вплоть до взвода. В числе первых на берег высадился и генерал Трушин. Для успешного управления операцией ему необходимо было находиться в эпицентре событий. Прямо на причале он принял доклад старшего лейтенанта Леонова и, уточнив обстановку, тут же развернул наступление. Группе корректировщиков было приказано занять одну из сопок неподалеку от порта. Один из отрядов был направлен в помощь окруженным десантникам из первого эшелона. Основным силам бригады предстояло наступать в направлении железнодорожной станции Хокода.
На подступах к ней морских пехотинцев остановил шквальный огонь японского бронепоезда. Корректировщик огня тут же передал точные координаты, и сторожевой корабль «Метель» открыл прицельный огонь из орудий основного калибра – 102 мм. Бронепоезд был уничтожен первым же залпом. Вскоре в порту Сайсина выгрузились советские танки – 7 легких Т-26. Устаревшие машины, чья броня защищала только от пуль, уже давно не применялись советскими войсками. Но именно здесь поддержка небольших и маневренных машин оказалась очень существенной. Наконец, прибывшие батальоны советской морской пехоты смогли вынудить осажденный гарнизон сдаться. Это было одно из самых драматичных сражений, но не последнее. К вечеру 16 августа Сайсин был практически взят. А утром следующего дня десантники соединились с передовыми отрядами 25-й армии. Операция увенчалась успехом. Во многом благодаря разведчикам Леонова, которые сдерживали многократно превосходящие силы противника почти двое суток. Начальник японского гарнизона, узнав, сколько советских бойцов сдержало натиск его подчиненных, был ошеломлен. Он считал, им противостояло целое войско. Любое действие, даже подвиг у бойцов спецназа подчинены одной цели – выполнить боевое задание. Так было в отряде Леонова, так остается и сейчас. Спецназовцы продолжают сражаться, даже если положение кажется безвыходным. Сирия, провинция Алеппо. Группа российского спецназа попадает в окружение, но отступить с занимаемых позиций нельзя. Иначе террористы займут господствующие высоты, и выбить их оттуда будет тяжело. За предыдущий день отражены 4 атаки, но с рассветом новая волна. Спецназовцы подрывают минные заграждения, ведут прицельный огонь, экономя боеприпасы, но боевики накатывают снова и снова. Убиты уже 30 террористов, и это только за время утренних атак. Позже в одном из редких интервью подполковник спецназа Даниил расскажет, что они хорошо знали психологию боевиков и были убеждены, долго наступать они не смогут. Мы были уверены в своих силах, а участок местности позволял держать оборону. Так и случилось. Террористы, не сумев прорваться, отступили. Сирийские военные вновь заняли свои прежние позиции, а российский спецназ, державший оборону 2 дня, вернулся на базу. Их было 16 человек против 300. За мужество и отвагу российских офицеров представили награды. После освобождения Сайсина морские пехотинцы 13-й бригады получили новый приказ – овладеть последними портами на корейском побережье, оставшимися в руках противника – Дзюсин и Гэнзан. Наши морпехи никак не могли захватить аэродром, с которого постоянно взлетали японские самолеты. Виктор Леонов получает приказ – вынудить к капитуляции гарнизон японского аэродрома. И тогда 140 разведчиков под командованием Виктора Леонова внезапно высадились на аэродроме. Мало того, что они блокировали взлетную полосу, но Леонов, взяв с собой несколько бойцов, в том числе Владимира Толстикова, отправился в штаб врага, к их коменданту. Обычно Леонов вел сам переговоры, или там, когда с ним кто-нибудь из штаба флота был. Вели там несколько раз был. Взяв с собой 8 человек, он отправляется в штаб японского гарнизона. Остальные члены отряда занимают позиции на краю аэродрома на случай, если Леонову договориться не удастся. В штабе парламентеров встречают 20 японских офицеров. Виктор Леонов их с порога спросил, когда они будут сдаваться. Но японцы в ответ лишь пригрозили взять в плен самих парламентеров в качестве заложников. Это звучало вполне правдоподобно. Силы откровенно не равны. Всего 140 разведчиков Леонова против почти 3000 японцев. Но именно в этот момент Виктор Леонов произносит фразу, которую сейчас можно нередко услышать в кино. «Пожалуй, мы готовы умереть, но только после вас». Японскому командиру он при этом сказал, что у нас за плечами 5 лет войны, мы сражались с более серьезным противником, чем вы, мы знаем, как сражаться, и даже если здесь начнется бой, мы победим, а вы здесь умрете как крысы. Товарищи Виктора Леонова, понимающие командира с полуслова, разыгрывают настоящий спектакль. Один из них закрывает на ключ входную дверь, второй встает с автоматом на изготовку, третий достает гранату и играючи подбрасывает ее в руке.
Легкость, с которой русские готовы расстаться с жизнью, производит магическое впечатление на японцев. Они следят за гранатой, как завороженные, вздрагивая при каждом броске. Это все оставшееся, как гранатой, чертовой матери, все будет. Все. Конец вам всем. И тогда быстро Андрей Пшеничных закрыл двери на ключ. Герой Советского Союза Дмитрий Соколов стал за спиной генерала. Семен Агафонов в руки взял противотанковую гранату, с одной руки на другую стал перебрасывать. Иван Гузенков подошел к окну и говорит: «Ребята, здесь невысоко». Мастер спорта, разведчик Аляшев, он одной рукой поднял стул с Андреем Пшеничным и поставил на стул напротив японского генерала, командира этой части. Ну вот я, значит, встал, стою на готове, причем так, делая вид, что готов рвануть тут. Тут еще ребята тоже были, значит, так. А это Леонов жмет на него. Дальше было только дело техники. Быстро нашли бумагу и чернила, писать приказ о капитуляции, построить в колонну сдавшихся японцев, привести их на позиции советских войск. В результате, после захвата аэродрома и уговоров коменданта вражеского гарнизона, Леонов со своими разведчиками взял в плен 3500 японских солдат и офицеров. Японцы никогда не сдаются. Они совершат самоубийство, но не сдадутся. Леонов сказал их полковнику: «Хотите остаться в тупике? Пожалуйста». Он берется за чеку и говорит: «Видите, я не боюсь умереть, а вы?» От Леонова веяло уверенностью, и от его людей тоже. Они и правда были готовы умереть, если это потребуется. В этом вся суть. Японский командир все понял. Он отступил. Он сдался. Леонова во второй раз наградили медалью Героя Советского Союза. Японская группировка в Маньчжурии полностью лишилась путей снабжения. Ее положение было безнадежным. Всего за неделю боев знаменитая в прошлом 3-я армия Японии потеряла больше половины своего личного состава. Ее коммуникации были нарушены, отступать оказалось некуда, а кольцо окружения должно было вот-вот замкнуться. Оценив обстановку, генерал Мураками согласился сложить оружие. 22 августа соединения 1-го Дальневосточного фронта вошли в Харбин, крупнейший город Северного Китая. Организованного сопротивления противника они не встретили. Как и предполагало советское командование, соединение 17-го фронта, дислоцировавшееся на территории Кореи, вслед за остальными частями сложили оружие, даже не успев вступить в войну. Местные жители встречали советские войска как освободителей. Тысячи людей с красными флагами вышли на улицы Пхеньяна и других крупных городов. 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Во Второй мировой войне была поставлена точка. Разделение Кореи по 38-й параллели было зафиксировано в общем приказе номер 1 президента США Трумана, который регламентировал сдачу в плен японских войск. Красная армия вступила в Северную Корею с целью разгрома японских захватчиков. Она не преследует цели введения своих порядков в Корее и приобретения корейской территории. Частная общественная собственность в Северной Корее находится под защитой советских военных властей. Марионеточные государства Маньчжоу-го и Мэньцзян были ликвидированы, а их земли возвращены Китаю. Вскоре после капитуляции Квантунской армии 205 десантников из состава 6-й гвардейской танковой армии практически без боя взяли под контроль Порт-Артур. В 1951 году в Сан-Франциско Соединенные Штаты Америки и их союзники
подписали мирный договор с Японией. В этом документе японское правительство навсегда отказалось от любых притязаний на Южный Сахалин и Курильские острова. Однако статус этих территорий в договоре так и не был определен. Вопреки обещаниям, которые Рузвельт дал Сталину на Ялтинской конференции, американцы не признали Курилы частью СССР. Советская делегация отказалась подписать этот документ. Мирный договор России с Японией не заключен по сей день. Четырнадцатого сентября 1945 года Виктор Леонов был удостоен звания дважды Героя Советского Союза. После войны он продолжил службу на флоте и в 1956 году в звании капитана второго ранга ушел в запас. Сейчас на Северном флоте имя Виктора Леонова носит средний разведывательный корабль ССВ-175. В отряде Виктора Николаевича Леонова, помимо того, что он сам герой известный, еще были герои. 60 по штату человек. И сколько героев мы насчитали? 6. 10% – герои Советского Союза. То есть, получается, каждая десятая операция давала героя Советского Союза. В каком еще подразделении флота, да и Красной Армии было такое? Прощайте, скалистые горы. Эта песня была написана в честь отряда Виктора Леонова в 43-м году, но стала гимном всех моряков-североморцев времен войны. Это, вероятно, самое важное признание заслуг легенды, основоположника школы советского и российского спецназа. Из воспоминаний Виктора Леонова. Я вспоминаю своих сверстников, 20-30-летних парней. Все это люди, ну, абсолютно ничем не выдающиеся, но это настоящие мужчины. Именно с такими я шел в суровый бой и никогда не ошибался в них. Тогда и сейчас эти самые незаметные люди идут в бой с одним и тем же законом, которого не может быть ни в одной другой армии мира. Не выполнил задачу – не возвращайся. Пойте больше песен, соловьи. В минуту скорби пусть звучит орган. Поет о тех, кого сегодня нет. Скорбит о тех, кого сегодня нет. С нами нет. Тишина. Этот бой, он позади уже, кровавый бой. Опять кого-то с нами нет уже. Остался кто-то на чужой земле. Остался кто-то на чужой земле. Той земле. Соловьи, соловьи, минуту скорби пусть звучит орган, поет о тех, кого сердце.
сегодня.